Добрый день, дорогие телезрители. Хочу представить вашему вниманию клапан форсунки с каталожным номером 28-23-92-95 для двигателей экологического класса Евро-4. Производство компании фирмы GMP. Посмотрим, как поставляется этот клапан в пакетике. Отпечатано. Прищепочка тут такая, чтобы не выпадал клапан при транспортировке. Никак это не страдало. Вот номер у него. Качество клапана проверить можно очень просто. Вот. Грибок выпадает очень легко, без каких-либо трудностей. Соответственно, все притерто достаточно хорошо. Если поставить так, ничего не выпадает. В основном неполадки в форсунках происходят из-за клапана. Механизм тут очень тонкий. Как видим, то что грибочек стоит очень плотно, и если и начинается его износ, то происходит закусывание, и форсунка начинает переливать в обратку. Происходит слив топлива. Для ремонта форсунок в основном в первую очередь требуется замена клапана обратки.